Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола и все готово к началу матча. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. На то согласиться, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно. Но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. ...сентября 1937 года. Опасно это будет. Здорово защитник играет. Да, это совсем не точно. Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола и все готово к началу матча. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. На то согласиться, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно. Но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. ...сентября 1937 года. Опасно это будет. Здорово защитник играет. Да, это совсем не точно. Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола и все готово к началу матча. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. На то согласиться, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. ...сентября 1937 года. Опасно это будет. Здорово защитник играет. Да, это совсем не точно. Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола и все готово к началу матча. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. На то согласиться, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. ...сентября 1937 года. Опасно это будет. Здорово защитник играет. Да, это совсем не точно.
Привет всем этим чудесным вечером. Отличные условия для футбола и все готово к началу матча. Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча принесет.